нельзя. Вот многие меня спрашивают, а почему в Ашане дешевле аппарат? Почему там где-то в МВидео еще дешевле аппарат, чем у тебя? Потому что он хуже. Посмотрите на это. Это же голимый Китай. У меня тоже Китай, но он не голимый. Смотрите. Имитация пищалки, имитация динамика. Это просто корпус. Смотрите, как он звучит. Он просто как таз. Смотрите, как он гнется. Он просто вот такой, короче. Как этот, как дорожный чемодан. Даже хуже. Ну, ручка, ручка есть, присутствует. Здесь совсем неудобно, она отвыскальзывает из руки. Она у вас разобьется просто. Что тут еще плохого? Короче, тут все плохо. Покупайте лучший аппарат у меня. Он не намного дороже, но он качественнее. Он с гарантией и большой выбор. Под ваши задачи я вам подберу.